Всем привет! В этом видосе хочу рассказать, как сделать замок на сварочном стыке. Но это не инструкция, не руководство к действию. Хочу показать, как делаю я. И не закидывайте меня ссаными тапками. Я так делаю уже 25 лет, и все нормально. Вот, ну, покажу, как подготовить, ну, так покажу, так, чтобы время занять. Надо вначале надо прихватиться. Это вот мой оператор добровольный Олег Михайлович. Мы недавно открыли ему канал, так что ссылка будет в описании, можете подписаться. Там пока мало видео, но все в работе. И вот по возможности он меня снимает, а когда ему надо, я его снимаю. Вот, ну, погнали, прихватываем. Ну, прихватываем без проволоки, так как у меня всего две руки. Путем расплавления металла все это отлично прихватывается. Естественно, если зазоры не очень большие. Так, ну, прихватил. Сейчас прочищу горелку, а то пламя в сторону горит при близкой съемке. Не очень будет красиво смотреться. Прочищалку я купил в магазине. Раньше я проволокой медной чистил. Ну, а мне вот сейчас удобно вот этой. Хорошо прочищает. Покупал русского производства прочищалку. 80 рублей. И 300 рублей стоило немецкая. Разницы я не увидел в этом, только в цвете коробочки. Ну, погнали. Начинаем варить трубу, естественно, снизу. Труба — это самый сложный вид сварки, потому что тут вот потолок, вертикал, горизонтал, все виды швов сразу в одной, сразу в одном. Ну, Михалыч вот снимает, на камере у меня стоит стекло от очков, самое темное, по-моему, D4 или G4. Прикрутил я на скотч. Ну, никак он не может, как это сказать, сфокусироваться, камера никак не может, приходится долго на одном месте греть трубу, чтобы сфокусировалась. Из-за этого шов не очень красивый, такой расплывчатый получился, ну, потому что долго трубу грел. Ну, доварил до верха. Начал я сбоку, потому что узнаете почему. Вот я вам показываю, где надо особо снять. Камера, ну, не хочет фокусироваться. Ну вот, начинаю я сбоку, вот видите, вот я все делаю, чтобы успела сфокусироваться. Прогреваем оба края трубы
и проволочку подкидываем, прогреваем, подкидываем. Вот смотрите, сейчас сфокусируется. Стык должен быть мокрый. Сейчас увидите, как мокрый. Сейчас все будет. Вот, смотрите, вот видите, мокрый. Мокрый, вот ванночка. Сбоку, сзади. Проволочку подставляем. Дошел. Все, дошел до того края. Ну и разогреваю отсюда. С обоих сторон. Вот перекрыл я его. Назад вернулся. И увожу вот так в бок, потому что образуется, ну, кратер все равно по-любому. Вот я увел в бок, вот. Ну, сейчас еще один вариант покажу. Камера начала фокусироваться, я подуспокоился, но вот варю не с руки. Ну так, как позволяет место. Он близко боится подойти, потому что могу штаны прожечь, если хлопнет горелка. И куртку, и штаны. Зачем это надо ему? Так, ну погнали. Опять же, вот разогреваю трубу, потому что до середины она там проварена была. Вот смотрите, начала мокреть. Оба конца, обе кромки трубы нагреваем, делаем валик. Все, погнали, все, труба разогрелась, провар пошел. Разогреваем обе кромки, подкидываем проволочки. Ну, тут зазорчик такой средненький получился. Ну ничего, самый для сварки хорошо. Так вот, варим, доходим до начала стыка или до конца того стыка. Прогреваем, разогреваем стык, как будто его и нету. Также варим и плавно убираем горелочку. Раз. Ну, чуть я назад вернулся. И сейчас так прогрел, вернулся, прогрел. И так вот легенько так по стыку увел. Все. Это был второй вариант. Ну, надеюсь, было все видно. Так что подписывайтесь на канал моего оператора Олега Михайловича. Я тоже Олег. Заказывайте, что надо еще снять. Что смогу, то сниму. Ставим лайки, подписываемся на канал. Пока.